По словам водителя социального автобуса, пассажиры у него особенные. Есть постоянные любимые клиенты, которые ежедневно пользуются этим видом транспорта, чтобы добраться в управление социальной политики, магазин, поликлинику, больницу или отвезти внуков на занятия во дворец культуры. В течение недели, кроме воскресенья, автобус осуществляет 6 рейсов. Многие жители города утверждают, что соцавтобус для них – реальная возможность немного сэкономить и с удобством добраться в необходимое учреждение. Я живу через дорогу от этого маршрута. И очень довольна, что у нас он есть. Во-первых, и экономия, но все-таки два человека, если с мужем, это 8 гривен туда и 8 назад с базара, это уже что-то. А на море, а с внуком это тоже. С моей пенсией 1500, это очень экономно. Так по городу 4,50, 4, а так бесплатно проехали. Очень хорошо. Дай Бог здоровья нашему мэру. Я за него. Очень нам помогает. И в больницу подъехать хорошо, и вообще хорошо. И в церковь подъехать, и в дом культуры вот внуков возим. Ну, очень хорошо, удобно, очень нам удобно. По городу просто великолепно. Очень довольна. Очень вежливый водитель, приятный, все. Очень хорошо, но очень экономит. У меня пенсия маленькая, вот, и 1300. Очень удобно, вежливый водитель, большое вам спасибо. Для нас, особенно пенсионеров, которые ножки болят, ходить не можем далеко, это море. А у меня сообщение, я тут живу, сын у меня на Парковой, так что очень хорошо. Помимо бесплатных перевозок льготных категорий пассажиров на автобусном маршруте «Кольцо», за счет городского бюджета действует сезонный дачный маршрут номер 5. Также обеспечивается доставка пенсионеров на бесплатные обеды в столовую морского колледжа. Кроме этого, согласно положению о предоставлении адресной социальной помощи студенческой молодежи для компенсации проезда автомобильным транспортом общего пользования к месту обучения, около 100 молодых людей льготных категорий в течение учебного года бесплатно добираются в учебные заведения Одессы. В 2017 году на финансирование льготных перевозок в городском бюджете Черноморска предусмотрено почти 250 000 гривен.